Это у нас в огородчике. Это я тут дома, около дома. Покажу сейчас. Это где я живу. И тарелочка тут. Вот рядом. Вот это голубятня номер один. Вот она какая. Там, видать, он балерина. Вон, это колодец, бочка. А здесь шарик выглядывает. Вот он где залез. А это коровы. Запустили на нашу усадьбу. Хоть маленько поедят. Тут трава чистая, хорошая. Слава тебе, Господи, коровки нас посетили. Сейчас я посмотрю тут, кто идет, им показать. Ну, там понятно, кто. Это я на велосипеде первый приехал. Никого еще не видать. Это Володин называется, Белый дом. А там наверху у него на кресте ворона сидит. Крест такой. А это бывший калашниковский дом. Хороший дом. А здесь вот об столб наехала сестра одна. Леська Галина. Мы колеса тут поставили, надпись. Ну, надпись это. А это апостол, говорю, брат Павел был. Вот так. Ну, а дальше там еще три дома. Сейчас я вам покажу здесь. Ребята идут, у нас занятия были сегодня, 20 августа 2023 года, воскресенье. По блаженному Феофилакту, второе послание к Коринфянам идем. Тут забыл. Вот они идут. Это вот поставили столбы железобетонные. Это не просто так. Электричество идет. Вот так. А что же там так народу-то много? Кто же это такие? Посмотри, где ваши коровы. Подойди сюда. Поближе подойдите. Посмотри, где молоко зарабатывается. Ты скажи, хоть литру молока придется отдать. Они тут все собрались. А трава там хорошая, а трава тут же косили. Я же что-то народу там много там. Володя тоже идет, что-то шалкает эти вещи. А ты еще, только не трогай их, они нам не мешают. Нисколько. Посмотреть можно, а трогать нет. А что трогать-то? Они молоко. Исаки пошел. А кто пасет-то сегодня? Их сейчас на обед загнали, они вышли. Да вчера они вышли тоже. Да. Значит, а что там, ограда загородилась? Да, что-то, ну мы вчера делали, вон, папой с Исаакием делали. Ну ему скажи, опять, скажи вот так. Опять сломали. Вы сюда зайдите, посмотрите, где коровы пасутся. Вот сюда, к нам, вот ко мне подойдите сюда. Они молоко будут делать, литр молока. Давайте. На будущее, на будущее.
так. Там, говорит, разгорожено. Трава хорошая, а та вот тут косили. Зеленая трава. Весь табун тут. Они нашу траву в молоко переделывают. Они нам не мешают нисколько, ничего. Что-то Исаки побежал смотреть. А тут сколько, ты загляди, сколько там он. Это он, видимо, о, хвост подняла, одна там бегает. Гляди, что делается. Это что ж такое-то? Это как на ринге. Глянь, хвосты-то подняли как. А их кто-то кусать начал. Испугал кто-то? Может, кто-то кусает, может, осы. Натолкнулись на ос, это может быть. Я говорю, шарик не залазит в твою кабину-то. А он, они там уже свели, соты у него. Ой-ой-ой. Так, он что пошел? Ну, посмотри. Ну, вот так. Посмотрел. Вон он где, Исаки-то, с той стороны. Вот такая радость сегодня у нас, накормили мы. Это наш скворечник называется, домик. Крестик тут вверху. А тут Иосиф держался. А тут Николай Георгиевич Кузьмин. Владимир Александрович Пащенко. Вот живем. Сейчас мы посмотрим. А тут на пути у нас веревочка. Утром Надежда Васильевна. Вот. Она вот здесь живет, в этом доме. Вот так. Тут был Вячеслав такой, он строил. Вот оно как. Ну, это что тут, нынче дрова богатые. А это вот веревочка. Вот она где привязана. И дальше она идет к Надежде Васильевне. Прямо-прямо к дому. И тут специально столбики поставлены. Вот так.